Угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией становится все более реальной. Об этом заявил в воскресенье МИД России. Российские источники сообщают, что грузинская сторона стягивает войска к границам Южной Осетии. В частности, со стороны военной базы в Горе, к столице Южной Осетии Цхинвали, выдвинулась колонна в составе дивизиона артиллерийских установок и двух минометных батарей. Официально Тбилиси опровергает эти сообщения. МВД Грузии заявил, что эвакуация мирного населения из Южной Осетии может означать готовность Цхинвали начать боевые действия. Сегодня колонна автобусов с детьми и женщинами из Южной Осетии пересекла российскую границу, как сообщила МЧС Российской Федерации.